Ну что ж, дорогие друзья, вот мы и дождались заключительного матча. Джавиджон Хусшавкатов, номер Динов, номер 10 Аймен Канатбеков и номер 11 Бектур Ильясов, пущенных мячей. Вот, при этом у Кыргызстана на данный момент, у Узбекистана минус 4, а у Таджикистана минус 2. Для того, чтобы Таджикистан смогся на третье место, но при удачном раздаче... Даже с учетом того, что сборная Таджикистана еще не набрала ни одного очка на турнире, вообще любого турнира, в котором она участвует, независимо от возраста. Это будет национальная сборная. И сборная Таджикистана сыграла с Ираном достаточно неплохо. 1-2. Однако в первой тот еще подарок для любой сборной. Ну вот матч начался. Уже фирменный розыгрыш активный. Спортсмен. С разворота удар! И, конечно же, ну кто? Муратджон Муродов. Третий матч, но, к сожалению, он... Вот гол! Гол забивает! Шестой номер! Ну, браво, Эрнест. Замечательный гол. Пробил он голкипера сборной Таджикистана, в то время как мы его с вами хвалили. Но... Ой, какой хороший удар и сейв, великолепный сейв Муратджона Муродова. Плохо. Слева есть партнер. Можно забивать. Аймен Канатбеков. Опасная атака, удар, гол. Забивает, забивает Таджикистан, сравнивает счет в матче. Шестой номер. Джавиджон Хусшавкатов делает счет 1-1. Вот хороший момент, удар, гол, удар Саторов. Реализовал свой момент. Сборная Узбекистана, которая, как кажется, многим... Ой, хорошая атака, надо забивать, гол, гол, сравнивает счет. 2-2. И желтая карточка все-таки 14 номеру сборной Таджикистана Умеду Хазризаде. Кто забивает? 12 номер. 12. Хорошо. Ну, и забивать надо. Нет, Муродов не согласен. Муродов великолепно спасает свою команду. Если бы подработал очень хорошо себе и сразу же пробил. Вот прекрасный удар. Еще один. И гол. Гол. Аймен. Аймен Канатбеков забивает. Третий гол ворота соперника. Ну что ж. 3-2. Молодцы какие. Молодцы. Игроки прекрасные. Можно бить же! Можно же бить! Гол! Гол! Забивает сборная Кыргызстана! 4-2! 4-2! Бектур Ильясов все-таки пробил Муратджона Муродова, да? Хороший у него удар получился. С рикошетом таким, не с рикошетом, а мяч кого-то попав из... Ой, вратарь! Вратарь должен забирать мяч, конечно. Тоже это действие непростое. Это для того, чтобы раскачать оборону соперника, чтобы они перестали. Вот удар! Гол! 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 Забивает Кыргызстан! Забивает! 5-2! 5-2, дорогие друзья! Бектур Ильясов! Все, снимает вопрос, победитель, я уверен. Даже 2:31 осталось до конца матча. Но успешный сборная Таджикистана забить 3 за старт. Да, можно поздравить сборную Кыргызстана однозначно с победой в этом матче и завоеванием бронзовых медалей.
этого чемпионата. Показав прекрасную игру, сборная Казахстана была сильнее сегодня.